Всем времени доброго. Не успели, наверное, по мне соскучиться, да? А я тут опять со своими обзорами. В общем, так вот дела обстоят. Сейчас вкратце о главном. Это что у нас получается? Я сейчас сделал такие вот клинки. Сделал из тех заготовок, что уже лежали. То есть уже раскованные были, уже вырезанные по контуру. Все вот так вот. Хотел сделать я, это клины, кстати, английские клины, хотел сделать потолще, обушок, но сделал вот так вот. Сейчас я вам покажу, какой должен быть обушок, по сути. Вот, видите, разница. Но причина... Две причины на это. Во-первых, я сделал так, что вот этот вот вариант проигрывает вот этому варианту. По всем характеристикам. Полностью. Начиная от стали, заканчивая геометрией. Уж извините, любители английских вариантов. Игорь, спасибо еще раз. С твоей помощью все это сделал. А по вогнутости... То есть я померил именно по этой бритве, какая там вогнутость, померил и повторил ее вот тут. Вот так вот. Да, что мы имеем? А, нет, давайте еще скажу, почему это так произошло вообще. А это все просто. У меня просто нет средств, чтобы заново расковать заготовки нужной толщины. Какой хотелось бы, в принципе, изначально. Хотя я считаю, что вот такая геометрия, она будет ну, отлично просто. Так, резкость ищем. Резкость ищет нас. Опаньки. Вот такие вот у меня вот такие вот штучки получились. Да, еще. Опять, что не знаю, не хочу никого убежать просто-напросто, но если вот вы вдруг увидите, что вот тут идеальное зеркало на лезвии, прям вот идеальное зеркало, видите, там микро какие-то такие сатин есть. Сатин? Молчу. Может, ее специально сделали, может, не специально, но если здесь идеальный глянец, эта бритва работать не будет. Потому что здесь должны быть четкие, особенно вот тут вот по острию, четкое охрененно четкая грань, которая продолжается по всему лезвию. Если вдруг здесь полировка на идеал, ну, здесь, в принципе, видите, тоже так, вот так вот его показать. О, полировка, да? Нет. Ладно. Я могу все это полирнуть. Вообще для меня вот ничего не стоит полирнуть в идеал. Но потом заточкой будет то еще приключение, блин. Так. Я ее взял, не знаю. Вот этот клинок, я его делал отдельно еще по-сырому. Спецэффекты, как говорится, на нем. Ну, где же резкость? Вот тот же вот сатин. Если можно так его назвать. Микроцапки, их просто, они сейчас вот прям реально светятся из-за того, что я держу его просто под фонариком мобильного. На самом деле они так не светятся. Вот, это вот все я сделал и насечку, и вот эти вот фиговинки на сыром. Обычно делаю сюда на закаленном уже, на закаленной стали, но... У меня, опять же, нет средств, чтобы закупать японские боры, которые на одном клинке вот таком вот умирают. И уже, то есть, на каждую бритву нужно по отдельному по бору брать. Дальше. Клин одинаковый у всех геометрий. Единственное, что вот этот клиночек, он уже всех остальных. Просто я заметил, что он имеет неровность по ширине. Пришлось его еще там пока по-грязному, когда еще вот ничего не было, вообще... То есть я там сделал, вот, выровнял его по ширине,
И в итоге он стал уже. Вот так вот. Подводка у всех. Здесь. Вот, видите, еще есть чуть-чуть видно эту нитку. А вот, допустим, вот тут. Нет, такая же нитка. Хотел сказать, прям еще тоньше. Нет. Такая же. Я где-то какой-то у меня в ритвке она вообще прям никакая. Вот тут еще тоньше. Ах ты, ух ты. Опять без резкости. Вот. Эта ниточка идет посередине, идеально ровная. То есть то, за что меня иногда тапками кидали. То, что у меня вот там вот это место не идеально ровное, заточка не идеально ровная. Пожалуйста. Я могу все. Я хоть и не волшебник, но любой вариант, в принципе, вообще не вариант. Туда. Сегодня, например, вот мне был звонок Светлана. Еще раз здравствуйте. Вопрос поступил от Светланы такой, что, мол, почему вот в России никто больше не производит бритвы? Ну, не ножи в форме бритв, а именно бритвы. То есть, это большая разница совершенно. У нас бритв производит, в принципе, вот так уже много кто. Там я человек 5-10 могу насчитать, который производит ножи в форме по контуру бритвы. Которые повторяют контур бритвы, но именно бритвы больше никто не производит, потому что это крайне невыгодное дело, если его можно так назвать. Это не дело, это любимое занятие. Это любимое занятие, в которое я постоянно вкладываю деньги. То есть, это даже не то, что работа ради работы, а работа ради души. Но мне приходится постоянно в эту работу вкладывать деньги. И далеко не те, которые получаю с бритв. Если я продал, например, бритву, это ничто. Продал две, это ничто. Даже три продал в один день, например, это ничто. Чтобы опять там провернуть, что-то еще сделать. Вот. Тут какой-то уже более-менее какой-то объем нужен, чтобы я просто вот был на плаву за счет именно бритв. А так, по сути, нет. Я постоянно докладываю, я зарабатываю еще на другом. И постоянно докладывают так, столько средств, сколько нужно для производства бритв. А взамен этому получаю вот душевное удовлетворение. Ох ты, язык уже заплетается к вечеру ближе. Нет, не хватит длины. Заготовки, вот эту заготовку купил у ножевщиков. То есть, они у них подружки ножей, рассчитана длина. Под мои варианты. Ну, чуть-чуть даже не хватило под эти. Нет, значит, будем делать еще другого. Все, в принципе. Добра вам. А я пойду ближе к дому. Спасибо за внимание. До свидания.